как разглядеть за днями след нечеткий. Хочу приблизить к сердцу этот след. На батарее были сплошь девчонки, а старше было 18 лет. Лихая челка над прищуром хитрым, бравурное презрение к войне. В то утро танки вышли прямо к Химкам, те самые, с крестами на броне. И старшая, действительно старея, как от кошмара заслоняясь рукой, скомандовала громко: «Батарея! Ой, мамочка, ой, родная! Огонь!» И залп, и тут они заголосили. Девчоночки запричитали сласть, как будто бы вся бабья боль России в девчонках этих вдруг отозвалась. Кружилось небо снежное, рябое, был ветер обжигающий горячий, блинный плач висел над полем боя. Он был слышнее разрывов, этот плач. Ему протяжному земля внимала, остановясь на смертном рубеже. «Ой, мамочка! Ой, страшно мне! Ой, мама!» И снова: «Батарея!» И тут пред ними, посреди земного шара, левее безымянного бугра, горели неправдоподобно жарко 4 черных танковых костра. Раскатывалось эхо над полями. Бой медленную кровью истекал. Зенитчицы стреляли и кричали, размазывая слезы по щекам. И падали, и поднимались снова, впервые защищая наяву и честь свою в буквальном смысле слова, и родину, и маму, и Москву. Весенние пружинищие ветки, торжественность венчального стола, неслышная, ты моя навеки, несказанная, я тебя ждала. И губы мужа, и его ладони, смешное бормотание во сне, и то, чтоб закричать в родильном доме: «Ой, мамочка! Ой, мама, страшно мне!» И ласточку, и дождик над Арбатом, и ощущение полной тишины. Пришло к ним это после, в 45-м. Конечно, к тем, кто сам пришел с войны.